Всем привет, ребята. Сегодня у нас в гостях Костя. Сегодня первый день, да, как прилетел? Ну, вообще второй? Ну, второй раз. Второй раз прилетел, да. Да, первый день. Как первый день. Только с самолета. И решили зайти покушать гамбургеров. Приступим? А я? Да, просто как бы размерчики. Однако, здравствуйте. А я? Бабушка столько не напихает меня, как здесь. А я? И Лиза. И Лиза. Ну что, картошечка. Я себе столько горчицы туда навалил, я не знаю, как я ее буду сейчас кушать. А у меня локус мой какой. Королевский. Так что мало не показалось. Сколько? Мне бабушка столько еды не готовит. Костя, расскажи, как ты сюда попал. Чем занимаешься? Да, сейчас работаю уже в арт-галерее. Картинами занимаемся. На кораблях. Вот. До этого был фотографом. Тоже на круизных кораблях. Вот. Несложно попасть на самом деле. Немножко денежно затратно, но можно. Как видите, я здесь. Второй раз во Флориде. В этот раз в Орландо. Перед этим был в Майами. Welcome to Orlando. Welcome to Orlando. Hello, guys. Да. Что ты скажешь ребятам, которые хотят сюда приехать? Не бояться. Ну вот реально, если хочется, бери и делай. Вот, бери и просто едь. Хочется. Ты захочешь и узнаешь, как здесь живется. Хотя бы приблизительно. То есть начинаешь понимать культуру людей, которые здесь проживают в Америке. Вот. И как бы приходит понимание, подходит ли это тебе. Будет ли тебе комфортно находиться среди этого контингента. Мне понравилось. И при возможности, я думаю, возможно, я и останусь даже, да. Ну, у тебя сейчас контракт на сколько, на полгода? Сейчас на 4 месяца. На 4 Предыдущий месяца. Был на полгода. На полгода. Работал с американцами. Угу. Познакомился с очень многими. Но мне понравилось. Да, в общем, контакты, куда обращаться, чтобы приехать сюда. Мы ставим под видео. Да, ставим под видео. А Костя еще занимается фотографией. У него очень красивые фотографии. Спасибо. В стиле ню фотографии. Это от скуки. Дома скучно в отпуске. Дома делать нечего. Так что, девчонки, кто смотрит, кто видит. Контакты Кости. Я под видео, там мы оставим. Все, хорошо.